У меня вообще все банально, все просто. Холодильник, который стоит у меня, это Минск. Однокамерный, однодверный, вообще примитивный, банальный, но при этом выполняющий свои функции. Почему? Почему стоит? Потому что в съемной хате поставили. Так, какой холодильник стоит у меня дома? У меня стоит обычный Indesit системы No Frost с термостатным управлением. Функцию охлаждения он выполняет, мне, в принципе, больше ничего не надо. Ну, кстати, эти холодильники, они самые живучие. То есть у тебя же механическое все. Да, да. Да, вот мы одну тему можем поднять с тем, что вот если у тебя система No Frost, и все выполнено, вся конструкция на механике, а не на плате, вот, тогда этот холодильник прослужит тебе намного дольше.